Готовиться к новому учебному году и вузы Чувашии. В этом году открыто почти 11 тысяч бюджетных мест. Сейчас в высшее учебное заведение подано 16,5 тысяч заявлений. Конкурс почти 5 человек на место. Самый большой конкурс в Чебоксарском политехническом институте, филиале МАМИ. 6 человек на одно место. В педагогическом университете в среднем 5,5 человек. В ЧГУ – 5. В госуниверситете на филологическом факультете открыты 16 бюджетных мест по профилю чувашский язык, литература и зарубежная филология. А вот в сельхозакадемии количество бюджетных мест из года в год сокращается. В этом году их стало меньше почти на 60. Но даже и те, что остались, не заполнены. По итогам вступительной кампании особой популярностью у абитуриентов пользуются технические, строительные и медицинские специальности, а также психология, экономика и юриспруденция. В республике действует программа в соответствии с указом главы республики по поддержке талантливых детей, которые проявляют интерес по физике, математике и выбирают инженерно-технические специальности. Если в прошлом году в республике остались 78 студентов, которые набрали 70 и более баллов по математике, физике и получали ежемесячно 2000 рублей стипендию, то в этом году наша доля выпускников в связи с результатами ЕГЭ она уменьшилась 4 раза. Но, соответственно, 16 человек сегодня остались в республике, и основные они в университете и выбрали электротехнические и технические специальности. В техникумы и колледжи подали заявление более 3000 абитуриентов. Среди СУЗов большой популярностью пользуются Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. 6 человек на место. В Чебоксарском электромеханическом колледже 3,5. Кроме того, в учебное заведение Чувашии подали заявление и выпускники школ Украины, вынужденно покинувшие родину. На сегодняшний день зачислено 6 граждан Украины, из них в вузы. 2 человека в техникумы и колледжи 4. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.